Вопросы безопасности детей во время летнего отдыха стали главной темой селекторного совещания, которое провела сегодня вице-премьер правительства России Ольга Голодец. Поводом для экстренного совещания стала трагедия, случившаяся в Карелии. Напомним, там в воскресенье утонули в озере 13 детей, которые отдыхали в палаточном лагере. Ольга Голодец отметила, что безопасность детского отдыха должна быть под жестким контролем. Подобные трагедии не должны повториться. На совещании затронули также вопросы работы комиссии по делам несовершеннолетних. Главное уделялось безопасности нахождения детей в загородных лагерях. Соответственно, это работа с персоналом, с программами отдыха. Данная работа как раз будет проводиться органами исполнительной власти, муниципальной власти. Ну и поручение, которое дала вице-премьер Голодец в адрес МЧС России и Роспотребнадзора. То есть данная организация тоже будет участвовать в данных мероприятиях. Надеюсь, что это повысит безопасность нахождения детей в загородных лагерях, ответственность должностных лиц, ну и в целом позволит провести на хорошем уровне, без вот таких трагических случаев, отдых наших детей.